сегодня показывать. Вот такая у меня есть пианино, я его сегодня буду вам показывать. Вот она. Сейчас мы ее включим. Как она? Вот такая пианинка. Сейчас я попробую на ней поиграть. Интересно, получится у меня или нет. Там или, может, какие-то мелодии есть, или же барабаны какие-то можно поиграть. Вот, а что еще? А мелодии встроенные есть? И ты можешь сама еще дополнительно играть в это время, да? Нет. Нет, ну как-то можно делать, чтобы играть можно было и мелодия была. Видишь, можно. Посмотри, может, другие еще какие интересные, красивые мелодии есть. Эля, а какие еще мелодии есть? Можешь другие еще мелодии добавить, посмотреть. Какая тебе мелодия больше нравится, быстрая или медленная? Давай вот тут вот, может, еще добавим что-то. Уже была. Да, не та. О! Когда... Хочешь моя любимая? Нет. Хочешь моя любимая? А, это вот выбирать вот так вот, да? Ну-ка, повыбирай, что тут можно еще поиграть. Нет. Ну вот же оно тут тогда... Ой! Как телефон пищит, алло, да? Алло, алло. Алло, алло. Здравствуйте. Хорошо. До свидания. Я показываю видео. Пока. Моя подруга звонила. Подруга тебе твоя звонила? Да. А ты ей рассказала, что ты занимаешься музыкой, да? Но тебе нравится играть на твоей пианино? Да. Всем, кому понравилось... Подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пониже пока-пока, тебя не видно так. Скажи вот тут пока-пока. Пока-пока.